От 5 до 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества в Минске вынесли приговор очередной группе ашмянских таможенников. Отбывать наказание фигуранты громкого дела будут в исправительной колонии строгого режима. Некоторые обвиняемые были взяты под стражу прямо в зале суда. Кроме того, бывшие инспекторы таможенной службы лишатся своего звания и права занимать руководящие должности. Перед судом предстали не просто рядовые какие-то сотрудники таможни, а те лица, которые сами были призваны обеспечивать соблюдение таможенного законодательства. Они не только ненадлежащие не исполняли свои обязанности в этом плане, но и сами были вовлечены в состав организованной группы. Поэтому сегодняшний приговор – это закономерный итог совершенных преступлений. В четверг суд вынесет приговор еще 13 обвиняемым по этому делу. Всего на скамье подсудимых 58 человек. Напомним, крупная коррупционная схема в пункте пропуска «Каменный лог» вскрылась в апреле 2015-го. По версии обвинения, сотрудники ашмянской таможни брали взятки за беспрепятственный пропуск через белорусско-литовскую границу крупных партий товаров. За 5 лет незаконный заработок составил без малого 900 тысяч долларов.